Луковицы нарцисса карлик Мейно высаживают со второй декады сентября и до первых заморозков. Растение очень неприхотливое и простое в выращивании. Высотой растения около 15 см. На стебле, он же цветонос, листья отсутствуют. Цветонос, прочный, на его конце располагается белоснежное соцветие с отогнутыми лепестками. В центре него находится коронка в виде желтого колокольчика. Цветки нарцисса карлик Мейно обладают сильным сладковато-дурманящим ароматом. Нарцисс карлик Мейно – это травянистый высотой 20-25 см, диаметром 5 см. Цветет растение в месяц май, июнь, аромат у цветов средний, окраска цветка желтая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 8 см. Весной листва по цвету темно-зеленая, летом листва темно-зеленая. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Годом создания растения считается 1884. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.